Китай активизирует свою интеграцию в мировую экономику для дальнейшего всестороннего углубления реформ. Об этом на регулярном брифинге в китайском МИДе заявил официальный представитель ведомства Мауни. Таким образом, она прокомментировала итоги прошедшего на прошлой неделе третьего пленума Центрального комитета КПК. Одним из ключевых пунктов повестки пленума была высокоуровневая открытость Китая внешнему миру. Рассмотренные и принятые на встрече решения Центрального комитета Коммунистической партии Китая по дальнейшему всестороннему углублению реформ и продвижению китайской модернизации содержат специальные разъяснения по открытости внешнему миру, предполагающие, что открытость — четкий признак китайской модернизации, и утверждающая необходимость придерживаться базовой национальной политики открытости внешнему миру, открытости к продвижению реформ и строить новую систему высокоуровневой открытой экономики.